Опять вернулся, чтобы услышать очередную историю о несказанных богатствах и немыслимых опасностях. Что ж, у меня есть немного времени. Если верить легендам, земли Пандоры содержат таинственные инопланетяне-сокровищницы с передовыми технологиями, обладающими невероятной мощью. Извините, я, может, немного запутался. Хранилище, так их прозвали в народе, а тех, кто пытался найти их, называли искателями хранилища. По крайней мере, так их называл я. Можно сказать, что красавчик Джек был одним из таких исследователей, хотя его методы, возможно, были несколько неспортивными. Че это за хрень? Он возглавил корпорацию Гиперион и погиб, пытаясь подчинить себе Пандору. История – странная штука, друзья мои. Она будет помнить о пиратах вроде красавчика Джека, но позабудут... но позабудет искатели приключений, которые рискуют всем за мнение... на менее очевидную награду. Рассказы, лежащие в основе легенд, гораздо лучше отображают настоящее положение дел. Рассказы показывают обе стороны истории. Кстати, до начала игры Бандерлендс, она тоже там вроде показывалась. Такая витрина, и потом ехала машина. Ну, по крайней мере, в первой части вроде так было. Хей-хей, дорогие друзья, с вами Дилан. А я рассказывал, что мы пройдем с вами Walking Dead, Minecraft Story Mode и, конечно же, Бандерлендс. Обязательно. Ух ты, какая пасть. Кстати, когда-то, я помню, я играл в первую часть Бандерлендса. Там у меня был 55 уровень вроде за воина, какого-то качка вроде. Не помню, какого-то чела, который турели ставил. Так, извиняюсь за посторонние звуки, сейчас могли быть, я поправлял микрофон. Фиона! Да ладно тебе, мы еще можем сработаться. А, Фиона, здесь что, какая-то утечка радиации? Рис, человек компании, это вы. Круто. Начало меня интригует. Да. Чё за фигня? Тот ты, что происходит, куда мы направляемся? Итак, кто ты? Кто ты такой? Здесь я задаю вопросы. Ладно, тогда будь добр, спроси себя, кто ты? Смешно. Ой. Ох, какого чёрта? Расскажи мне о проекте Гортис. Так вот в чем дело. Слушай, Гортис – тухлое дельце. Если ты хочешь вложить деньги в нечто стоящее, то я тебе советую приобрести недвижимость. Ладно, ладно. Не надо умничать. Извиняюсь, немного заговорился, сейчас поздно. Я нестерпеливый. Начинай говорить. Просто трудно сообразить, с чего начать, когда тебя тащат по пустыне. С самого начала. Окей. Вот это удивление. Гигантская космическая станция. Рис, все началось с повышения. Да, пожалуй, так и есть. Знаешь ли, всю свою жизнь я работал на... Что-то там. Думаю, именно поэтому все считают меня плохим парнем. Самым грозным в Гиперионе был красавчик Джек. Ну, вначале маленькая-маленькая пауза, потому что, ну, громкость, конечно, зашкаливает. Хотя бы вот так как-нибудь сделаем. Так, мне так хотелось быть таким же, как он. Да, всем хотелось. Именно поэтому в компании работали одни ублюдки. Сейчас извиняюсь за посторонние звуки. А, после смерти красавчика Джека все стало еще хуже. Сейчас, быстренько извиняюсь, поправлю микрофон.
Так, но благодаря предательству новой прически и помощи моих друзей, я уверенно шел на повышение, которое должно было изменить всю мою жизнь. Точнее, изменить наши жизни к лучшему. Так, я летал в облаках. К счастью, был сосредоточен на более важных делах. Что мы купим первым? Я помню, сколько зарабатывал Хендерсон. Вон, ваш лучший друг, человек с деньгами. А, думаю, можно начать с обеда. Было бы неплохо для начала. Отлично, тогда мы закончим три самых дорогих обеда. Ну, точнее, может, закажем, я не знаю. Так, что мы... Мы будем идиотами, если вечером не потратим хотя бы пару баксов, наверное, там. Потом мы встретимся с Иветой и идем отдыхать. Ага, звучит классно. Слушай, мы совершили столько гадостей, чтобы стать теми, кому... Кем мы сейчас есть? Блин, какие-то очень быстро субтитры, не успеваю прочитать. Так, и даже не думаю. Спасибо за помощь, Вон. Правда, у меня ничего не вышло, если бы не ты. Чувак, не переживай, я просто счастлив, что у нас получилось. Знаешь, сегодня ночью много подсчитывал, и выяснилось, что у нас была вероятность 40 сколько-то там процентов. Рад, что мне все же удалось это сделать. Я тоже. Хочу... Хотя ситуация была не очень. Ну ладно, чувак, пора сделать классическое гиперионское лицо. Насмешка, фальшивая улыбка, поднять брови, пустой взгляд. Нет, слишком дружелюбно, знаешь что? Подними-ка голову повыше, как будто ты спрашиваешь меня, нет ли у меня чего-то в носу. Ну вот так, отлично. Выглядит так, будто ты меня презираешь. Что-то здесь субтитры вообще быстрее всех. Ой, в отличие, точнее, самые быстрые. Мистер Хендерсон? А, присаживайся, Рис. Подожди секунду, нет, я говорил не с тобой. Да, теперь я говорю с тобой. Да, но цвет должен быть не красный. Потому что черный круче. Хватит спрашивать, почему хорошо, Джерри. Джерри. Лучше задайся вопросом. И как только машина будет готова, пришли ее мне. Машина компании, если тебе интересно. Васкес. Ваш гиперионский кровник. Похоже, ты не ожидал меня тут увидеть. Рис, если я правильно все понимаю, а чаще всего так и есть, ты явно этому не рад. Куда делся Хендерсон? Куда делся Хендерсон? Он отошел от дел. Теперь ты будешь отчитываться мне, Рис. И чтобы ты знал, ты получил повышение, которое так долго ждал. О, это отлично, а то я уж подумал. Но все намного сложнее, чем ты представляешь. Это повышение повлияет на твое будущее в компании. Слушай, ты ведь хочешь знать, почему в этом кресле я, а не ты? По этой же причине, почему Север называют Севером, почему красивые пареньки всегда находят девушкой, и почему своим видом все космические станции напоминают член? Вроде так. Это судьба, Рис, и мужчины, настоящие мужчины, как я, сами вершат свою судьбу. Если хочешь, можешь обижаться на меня, я не против. Ты волен думать все, что захочешь. Но с тем, кто пойдет против судьбы, может случиться всякое. Бывает, что человек мешает кому-то идти к цели. И лучше бы этим человеком был не ты. Хендерсон, как понимаю. Ого, даже не могу представить, что могло бы лучше подчеркнуть мои слова. Видишь ли, это повышение позволит тебе не вмешиваться в чужую судьбу, а вершить свою собственную. А именно поэтому, мой друг, я повышаю тебя до... Джерри, почему машина еще не в моем офисе? Васкес, это Август. Август, круто, погоди, я пока что не один, так что... Так ты будешь покупать ключ от хранилища или как? Как ты быстро его достал? Я думал, ты это будешь делать долго. Конечно, я все еще заинтересован в покупке, да, я рядом с компьютером. 10 миллионов, да, не так уж просто достать такую кучу денег за столь короткий срок. Не пытайся торговаться.
Так, подождите, мне интересно на компьютер. Используйте мышь, чтобы осмотреться и найти информацию о сделке. Все, я случайно. Извиняюсь, еще раз. Немного не сосредоточен. Да и вот это, конечно, меня немного раздражает. Хентуса. 3 года подлизывался к этому парню, а теперь он за окном. Кстати, вот это немного обидно, братан. Почему лучший вид из окна всегда достается таким ублюдкам, как он? На его месте должен был быть я. Да кто угодно, только не Васкес. Васкес. Так, подождите, какая-то Q есть. Угу. Анализ завершен. Имя Васкес. Человек разумный. Возраст 35. Кровяное давление 140 на 90. Любимая фраза. Рок-н-ролл. Заряжай, будет сделано. Какая ирония судьбы. Правая кнопка мыши. Так, Пандора. Пандора, удаленность от Солнца 178 миллионов 900 тысяч 400... А, нет, перебуло немного. Так, подождите, если я сейчас не ошибаюсь... Ага. Короче, у меня очень хрень. Я могу сейчас сказать какую-то полнейшую хрень, так что давайте это пропустим. Пока что уникальность какая-то... Подожди, я сейчас просто хочу посмотреть на статистику. Данной планеты, как ты? Что-то вроде не так уж все и плохо. Подожди-ка, давайте прочитаем. Естественный спутник. Элис, потенциал Пандоров. Добыча ресурсов может соперничать только с вероятностью того, что вас убьют сразу по прибытию. Так, Хендерсон. Хендерсон, Аква... Так. Родом из Акватор. Хочешь сказать Аквадор? Ну, тут Акватор. Знак зодиака рыбы, возраст 47, должность старший вице-президент отдела ценных бумаг, бывший. Любимый пончик, тот, что посыпан конфитюром. Так, а состояние печальное. Что-то я такое впервые где-то слышу. Какая утрата? Такой дорогой костюм. Так, за компьютер давай-ка. Анализ завершен. Голографический компьютер-монитор. Очень дорогой, энергопотребление высокое. Логин Хьюго Васкес. В данный момент просматривается один из зашифрованных файлов. Ага, что это такое? Так, загрузить. Ага, дорогой автомобиль. Расшифровка. Еще раз извиняюсь, снимаю поздно. Так, ага. Что дальше? Почему ты пытаешься сбросить все на меня? Хорошо, просто дай мне время, ладно? Я буду через... Ну, если ты хочешь получить свои 10 миллионов долларов, то придется дать мне еще пару часов. Хорошо, постарайся как можно скорее. Просто жди, ты же сейчас в каком-то туристическом магазинчике. Ну так купи себе что-нибудь. Конечно. Хорошо, передавай привет своей мамке. Ой, маме. Извиняюсь. Чёрт. Ах, да. Ушлёпок. Так о чем мы там говорили? О повышении. Мы говорили насчет моего повышения. О, да, твое повышение. Хендерсон был дураком. Он не знал свое место. Ему нужно было преподать урок номер один. Смирение. Но ты, я уважаю тебя, Рис. Именно поэтому я повышаю тебя до помощника старшего вице-президента, да? Уборщика. Что? Нет, ты не можешь. Теперь я босс, Рис, и могу делать все, что захочу. Старший сантехник уже подписал приказ, который вступает в силу незамедлительно. Тебе лучше бы повзрослеть. Ой, тебе лучше бы вырастить глаза на затылке. Ведь никогда не знаешь, когда... Откуда я... Господи, я так испугался. Откуда я возьмусь? Я твой босс, Рис. Запомни это. Но все наглый. Вот что я имел в виду, когда говорил о смирении.
Это был урок номер два. Не заставляй меня делать урок номер три. По поводу номер два. Что? Не заставляй меня срать на пол, а потом приказывать тебя убирать. Свободен, Рис. Да, говно человек. Я обязательно дам тебе знать, когда можно будет вынести мусор. Честно сказать, ублюдок. Подобных я таких редко встречал. Что это сейчас было? Он не может так с нами поступить. Уже смог. Нет, 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 не может быть. Мне конец, вон, конец. Это место здесь, каждый по локоть в крови. И все это знают. Нет, 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 не все. Ой, я за это сделал, пошел. Старший помощник уборщика Риса, пройдите в сектор D451, уберите там мусор, потому что теперь это ваша работа, собирать мусор голыми руками. Охренительно, что могу сказать. Просто ты что-то говорил, я тебя перебил. Рис, почему ты должен убирать мусор? Васкес лишил меня повышения. Он выкинул Хендерсона в космос и понизил Риза до уборщика. Черт. Значит, вы не заплатите за обед. Иветта, ваша лучшая подружка. Просто пытаюсь разрядить обстановку, и я не взяла с собой кошелек, так что кому-то придется оплачивать. Я скажу тебе кое-что так. Мы не можем это так оставить, мы должны что-то сделать. Кстати, хорошая идея. Мы выбросим его в космос с Хендерсоном обратно. Да, но вообще-то я не убийца. Ох, ладно. Без веской причины Гиперион не позволил бы сделать Васкису все. Ключ от хранилища? Вот в чем дело. Что за ключ от хранилища? Васкис собирается купить ключ от хранилища у кого-то с Пандора. Наверное, поэтому его и повысили. Единственное, что нужно Гипериону больше, чем деньги, это ключ от хранилища. Просто прекрасно. Так мы сможем не только поставить этого мудоскена на место, но и разживимся... Ой, короче, получим ключ от хранилища и куча богатства. Нам нужно узнать, где эти 10 миллионов. Так. Не буду врать, это впечатляет. Я ведь работаю в отделе доходов, я только и перевожу деньги целый день. 10 миллионов долларов. О, круто, я смотрю, ребята, вы тут и сами отлично справляетесь, а я пойду поем одна, если вас не убьют. То звякните мне, хорошо? Стой, 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 эй, нам нужна твоя помощь, чтобы ты нас прикрывала. Выделила транспорт, ты ведь в этом мастер. А нам без этого никак. И да, может, пришлёшь одного грузчика, ну или двух. Слушай, одно дело облапошить пару ложков с Пандора, но красть у Гипериона... Но мы ведь друзья, друзья должны друг другу помогать. Разве мы не должны держаться вместе? Да ладно, я заплачу за твой обед, когда мы вернемся. Ладно. Но ты заплатишь и за сегодняшний обед тоже. По рукам. Отлично, у нас есть пара часов. Давайте сначала снимем деньги, а потом я организую вам вылет на Пандору, обеспечу снаряжение, предоставлю служебную машину Гиперона. Что? Служебную? Серьезно? А не сможешь выбить нам первый класс, откидной вверх, сиденье с подогревом и все прочее? Да, конечно, откидной вверх. Я смотрю, вы готовы на все, чтобы сделать машину менее защитной. И при этом вы все же собираетесь... Выжить на Гиперионе. Ой, на Пандоре. Эй, если мы хотим что-то украсть, то нам нужно что-то крутое. Нет. Не прячь. Ой, не парьтесь. У меня есть одна тачка на примете. Да, язык, конечно, кабздец как болит. Что это за фигня, я не понял. Чувак выкопал яму и сам в нее прыгнул? А, он что-то там искал. Опа. Снайперок.
Удивительно, 60 кадров, а картинка неплавная. Так, 2К Games. Я вижу, посадка получилась классной. Да ладно. О, это было нагло. Стыбзит тачку босса. А, так, Telltales. Ну, можно сказать, представляет, хотя там было по-другому. Мне нравится музыка. Да, круто. Нас встречают трупы. Повешенные трупы. Обалденно. Дурной знак. О-о-о. О, чёрт. Я думаю, не стоит выходить и смотреть, живая она или нет. Что, что, мы сбили? Я надеюсь, это был не какой-то калека. Чёрт, кажется, оно мертво. И что мы будем теперь делать? Расслабься, вон, это скак. Они плодятся, будто дикие кролики. Все равно грустно, типа. Да, типа. Кажется, он не сдох до конца. Надо было по-хорошему бы его добить. Но это все-таки монстр, как мутант. Так, что скажем, если нас спросят, откуда мы взяли тачку? В смысле? В смысле, что мы скажем людям? У нас должна быть история. Давай скажем, что Васкес дал ее нам, чтобы заключить сделку. Да, конечно, хотелось бы план покруче, но думаю, и этот сойдет. Что ж, картина не из приятных. Это Пандора, чего ты ожидал? Да, я знаю, меня просто немного напрягает тот факт, что ко мне приковано 10 миллионов долларов. Просто будь начеку, ладно? Не хочу оставаться здесь дольше, чем требуется. Да. И следить за деньгами, правда что ли? Слушай, одно слово, и Ивет отправит нам грузчика, если вдруг местные будут слишком гостеприимными. Это правда. Она дала нам вот, дубинку шокера. Не знаю, как она работает, но она ништяшная. Да, палка ништяк. Боже, не могу дождаться, когда мы возглавим компанию. Ты, я и Ивета. В смысле, мы принесем ключ, и тогда он... Они уж точно сделают нас королями. Да, когда вернемся с ключом, откроем шампанское и все такое. Ой, да ладно, дело в шляпе. Вон это запомнит. Господи, ну и не имя живу. Вон. Ух ты. Это типа поезд. Датчик пик-пик-пикает, но я не вижу нужного места. Мир интересностей, правильно? Да, ты его видишь. Нет. Можно спросить кого-то из них. Я чуть не хочу их просить. Не знаю, может нам просто поискать, я ненавижу просить о помощи. У нас очень мало времени, Рис. Если Васкес прилетит раньше, чем мы закончим, то есть я даже не хочу. Нет, я как бы с удовольствием попросить помощь, но не у этих парней. Они не выглядят теми людьми, которые могут помочь. Это люди, похожие, которые могут... Точнее... Вот эти гопники больше похожи на тех людей, которые могут нас побить и отобрать все наше имущество. Давайте сходим в туалет. Заперто или что там? Он что-то там... Ну, ясно, понятно. Так, кстати, что нам глаз показывает? Угу, так...
Анализ завершен, состав 64% мяса, 35% другого мяса и 1% дыма. Питательность. Ожидает результат. Инсектор находится в больнице. Ну, понятно. Лучше это не есть. Так, туалет. А, так. Какашечная хижина. Портативный биотуалет. Производитель Даль. Так, модель какого-то класса Титан. Шанс найти что-то ценное невероятно высок. Ну да, что-то найти ценное здесь невозможно. Унитаз не выдерживает вашу массу. Ходите в туалеты титанового класса. Это для жирных людей, типа? Так, атлас. Основное занятие. Оружие, шахтерство, поиски хранилищ. Огребанное от красавчика Джекса. О, Джека. Хая крут. Та-та-так. Ага-ага. Подождите, я правильно прочитал? Огребание от красавчика Джека. Так, давайте я не буду читать, потому что я иногда могу сказать какую-нибудь ересь полнейшую. А почему я еще тут могу анализировать? Это я проанализировал. Ну все. Я думаю, этого вполне достаточно. Не особо приятный парень, да? Мы не можем торчать тут весь день. О, хрен с ним, давайте всем поговорим. Анака, здравствуйте. Привет, не подскажете, сэр, где находится мир интересностей? Он должен быть где-то здесь. Заблудились? Зачем вам туда? Обычная сделка. Подпишем пару бумаг и исчезнем. Все просто. А, это бумаги? Типа того. Вы гиперионцы? Вы яйца Лизы? Знаете, что разрушали этот город? Слушай, мы просто хотим узнать дорогу к миру интересностей, все хорошо. Узнаем и уйдем. Исчезнете, да? Эй, малыш, что в чемодане? Ну же, котенок, покажи мне, что в чемодане. Какой-то он немного наглый. Даже не немного, а да до хрена. Ну хорошо, слушай, пока мы еще не начали перегибать, у вас здесь что-то вроде собрания? Нам бы не помешал этот помощник. Знаете, что у нас тут? Риз, давай. У нас тут парочка гиперионских подстрекателей. Робот, Ивета, вызывай. Серьезно? Уже? Нам просто нужен грузчик. Хорошо, открой меню. Быстрее, быстрее, быстрее. Первичное. Щит, пулемет. Давай пулемет. Ракет ланчер. Наверное, ракета, конечно же. Запуск. Отлично. Часики пробили. Юху. Слушайте, ребята, либо вы отдаете чемодан, либо свои головы. Вам решать. Эй, ребята, давайте поговорим. Да быстрее летишь ты уже. Отлично. Притихли сразу. Здорово. Убить их. Грузчик. Почему он ничего не делает? Замечены злые глаза. Ожидая указаний. Он делает только, что я скажу. Так начинай стрелять.
целись. Видишь, все легко. Вот этого гада убей. В принципе, пока что ничего сложного. О, этот засранец, кажется, обнаглял немного. О, тачку не поцарапай. Ну ладно, сойдет. Кровавый автомобиль тоже подойдет. Че-то жердяй, думаешь, типа умный? Должно быть ему, правда... Это плохо. Вот это, кстати, уже умный чувак. Да сколько же можно? Уничтожьте робота. Я думаю, это должно помочь. Да, братан, там тебе самое место. Так, ты тоже думаешь, что типа самый умный? Ой, да ладно. Ребята, ракета, ракета! У ворот. Умный нашелся, блин. Ничего, наш грузчик справится. Ракета, разберись с этими. Добро пожаловать в задницу. За что? Зато, ёпта. Ну, теперь я знаю, почему они так дорого стоят. Уф. Ух ты, ты чё, обалдел? Воу. Эй, грузчик, догони эту машину. Остановитесь. Остановитесь, воры. Остановитесь. Ты как конкретно это сказал? О, чёрт. Грузчик, сломай так к чёртовой матери. Нет, так не пойдет, так не пойдет. Что-то они, кажется, туповаты немного. Там вообще люди за этими пулеметами или идиот? Сдохни! Что за ублюдок? Братан, надо что-то с ним делать. Вызывай грузчика. Ёптеть, пошел вон. Вот, давай-ка. Вот. Ай, да не этой же рукой металлической. О! А, точно, шокер. Я, кстати, тоже про него что-то забыл. Е. Вот это же игрушка. Поинтересней. Ха, а это интересно. И что ты хочешь? Получить? Ой, такой умный типа, да? Ого. Ха, славненько. Еще один. Ой, жиробас. Что думаете? Так, давай-ка его. Отлично, один готов. И второй. И еще. Ну и последний. А, не, не надо. Нет, все-таки последний еще нужен. Ну давай-ка, жиробас. Твоя очередь. Оу, да ладно. Тебе что, пофигу, что ли? Да ну нахрен. Да как так? О, нормально. Не надо на меня падать. Толстый жирный ублюдок. Фух, если бы он на меня упал, я думаю, я бы уже не встал. Так, где этот наш? О, господи, вон, где ты? Вот так, Рудигер. Убить и зажарить. Что ты сделал с Воном? Откуда мне знать? Твой дебильный робот выкинул нас обоих. А теперь будь добр. Стань спокойно и сдохни. Ух ты. Это было классно. Чё, теперь ты обосрался? Вот, до свидания. Блин, круто. Это мне напомнило фильм «Шерлок Холмс». Тебя-то я искал. Ай. Так, надо ему помочь. Ладно, грузчик, поставь машину на землю. Без проблем. Бандиты повсюду. А нельзя сказать просто убей их и все, и пусть он там разберется. Рис, сделай что-нибудь. Оружейная подсистема требует вмешательства. Что ж, придется импровизировать. Пора бояться. Так, давай-ка. Давай-ка броню. Броню, оптимизировать. Состояние систем. Что использовать? Давай-ка взлом. Идет модификация систем. Да, быстренько заменить.
Что дальше? Обстоятельства проанализированы. Активирую режим непроницаемого возникновения. Что он? Я не успел прочитать. Я думаю, это и не требуется. Как говно с земли. Fatality. Вот это было прикольно. Fatality. Грузчик-то не тупой. Чё-то дела как-то обстоят не очень хорошо. Как мы попадем внутрь? Мы могли бы... Да, именно. Спасибо, грузчик. Лайк. Не забывай про лайк. Спасибо, грузчик. Погоди, что? Определенно не круто. Почему вселенная наказывает хороших? Воу! Помогите, пожалуйста. Металл крепок, но дух слаб. Давай, Рис, скажи ему, пусть убегает. Эвакуация. Грузчик сохраняет это в своей памяти. Беги, братан, беги. Улетай, ты мне пока что еще нужен. Я думаю, убивать это было бы нерациональным решением. Хотя, наверное, нет. Я поверить не могу, что мы остались живы. Я извиняюсь, кстати, за то, что я много всякой фигни несу, не могу что-то там сказать. Сейчас 12 часов ночи, надо записать ролик, и мозги плавают вообще-то. Вот это все было самым страшным, что со мной когда-либо происходило. Слушай, они это заслужили. Это же они на нас напали. В следующий раз будут думать, прежде чем что-либо сделать. Они не смогут уже думать. Ну да, тут я с тобой согласен. Так, давай найдем этого Августа, купим ключ и все. И свалим отсюда к черту. Это похоже на какой-то музей. Знаете, ребята, я думаю, здесь пора сделать паузу, потому что я устал как бы, да и... Немножко уже страшновато как-то. Ну, если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Дилан, и всем байси. В следующей серии, надеюсь, уже такого говдеца не будет, и все, я уже не буду снимать по ночам.